Запах отличный. Чувствую мед, сладость. Ну ладно, все открывать, снимать не буду. Естественно, я 5 минут назад все это сделал. Прокисшего нигде нету. Ничего пропавшего не чувствуется. Все дрожжи сыграли отлично. Даже на этом деревянном ожерелье. Не ожидал такого. Думал, первые заразу поймают. Ну ничего, отбродили. Вернее, отбродят. Ну все, наблюдаем, ждем, что будет дальше. Всем привет. Наконец-то руки дошли до проверки получившейся неизвестной смеси. Сейчас будем дегустировать. Реально ли получить что-нибудь из дрожжей, высушенных в домашних условиях, в идеальной стерильности. Вот здесь дрожжи высушены на почтовой кордонке, тире просто кордонка, картонка в пластиковой емкости и на деревяшке. Вот сколько получилось. Там-то осадок, вся эта ерунда. Карбонизировал сахаром. 5 грамм, по-моему. 5 или 7 насыпал, не помню. Ну, надулись, все нормально, это сильнее почему-то. Все, простояли в холодильнике. Вот оно видно, что мутноватое. О, здесь осадок побольше. Здесь чуть поменьше. Наливаем. Так, не забываем. Это здесь, это здесь, это здесь. Нюхаем. Ну, по запаху. Вот это вот из деревяшек слабже запах идет. Так, пробуем. Приятный. Хмель чувствуется. Не прокисший. Побольше хмель чувствуется. В принципе, что и требовалось доказать. Разницы никакой. Что на деревяшке, что на этом. Эксперимент считаю удачным. Можно пользоваться. Вот оселось. Ну, дрожжи такие, что муть все равно не оседает вся. Как говорится, краткость сестра таланта. Все, дерзайте, пробуйте. Отписывайтесь, что у кого как получилось. Мне все нравится. Ну, теперь можно пойти включить старую добрую сегу и допить эти эксперименты. 3 штучки. Всем пока. Спасибо. Подписывайтесь. Да, самое главное. Говорил, что буду дегустировать вместе с пивом, который на можжевельнике. Но я даже не хочу его второй раз пробовать. Дрянь редкостная получилась. Остается только перегнать ее. Ну, кому давал попробовать, говорит, пить можно, но главное не нюхать. По вкусу еще терпимо. Видать, у нас, который растет можжевельник, не подходит для пивоварения.